Вся на Шушинском заповеднике ученые из Петербурга провели исследование необычного гриба – балетина азиатского. Он имеет яркую окраску, живет на умерших стволах лиственницы и распространен в лиственных лесах Сибири и Дальнего Востока. В основном им питаются грибные мухи, но шляпка гриба съедобная для человека. Балетин азиатский относится к семейству маслят, но имеет полую ножку и особенный внешний вид. Это очень интересный гриб. Во-первых, он красивый. Такого другого просто в мире не существует, даже в тропиках. Здесь у нас не тропики, Южная Сибирь, но это реальное, действительно настоящее украшение южносибирского леса.